Купила сегодня на рынке дуриан. Но это он у нас дикий дуриан. Почему? Потому что они иголки у них намного острее и размер у них меньше. И сейчас начинаем открывать. Исаак, помоги мне. Держи один край. Держи один край. Вот, там видите красный цвет. А у обычного Да. большого там желтый цвет. Вот, это красный цвет. Это дикий дуриан. Исаак, помоги мне еще открыть. Тут. Вот, и сейчас его будем кушать его будем. Вот такой вот красный дурианчик. Красный цвет дикого дуриана. Тут еще, Исаак. Исаак, помоги мне тут еще. А, ничего нету. Маленький такой. Такой. Один стрингит. Такая вот одна штучка. Ну, хоть попробуем, хоть косточки достанутся Да. у нас, да? У нас все желтый, да желтый. Обычный, да обычный. А тут у нас красный. А на рынке мы еще видели... А оранжевый. Оранжевый цвет тоже видели. Ну, в следующий раз купим оранжевый. Попробуем. Да. И оставим косточки. Конечно же, будем выращивать. Да. Вай. Можно кушать. Можно кушать. Ура! Ага, что это? Да. Кибал.